Посадки не так далеко. Выходим. П-6, говорит база. К вам летит АС-130, но ему нужно время, чтобы добраться до вас. Прием. Вас понял. Конец связи. АС-130, да? Давно я на таком не летал. Сэр, с севера приближаются машины. Под мост, быстро! Стойте! У нас гости! Что здесь происходит? Вам чего нужно? Не надо разыгрывать из себя идиота! Мы знаем, ты их где-то прячешь! Прячем? Кого? О чем вы вообще? Там у тебя обличает, ладно, а? Прикончим этих ублюдков, пока они старика не убили. Не важно. Здесь происходит? Вам чего нужно? Не надо разыгрывать из себя идиота. Мы знаем, ты их где-то прячешь. Прячем? Кого? О чем вы вообще? Там у тебя англичане, ладно, а? Прикончим этих ублюдков, пока они старика не убили. Все чисто. Отлично. Идем дальше. Прожектор! Все на землю! И высовываться! Улетает! Идем!
противник с тыла. Ответный огонь! Выполняю. Дверь открыта, сэр. Все в дом! Быстро! Быстро! Опасная граната! Стоу! Проверь впереди, если там выход. Что-то слишком тихо. Куда они делись, черт побери? Наверняка они сменили позицию. Пытаются отрезать нам путь где-нибудь впереди. Всем быть начеку! Держитесь, вертолет возвращается. Похоже, они не знают, где мы. Пусть так все и останется. Так, идем дальше. Быстрее. Стойте. На мосту впереди часовые. Следите за прожекторами. Идем дальше. Никому не высовываться.
врага! Они в поле! Открыть огонь! Ответный огонь! Переходим через поле! Вперед! Американцы, бегу! На запад от нас! Опасность! Граната! Осторожно, вертолет! Thank you.
капитан Прайс, в амбаре Стингера. Суд! Хватай Стингера, стреляй по вертолету! Быстрее! Он выпустил сигнальные ракеты. Не так все будет просто. Соу, хватай еще один Стингер и открывай огонь! Устроим ему проверку! Отлично, Соуп! Все ко мне! Выдвигаемся! Б-6, внимание! В ваш квадрат входит АС-130. Конец связи. В-6, говорит боевой молот. Жду сигнала. Слышал, вам нужна помощь. Приказывайте. Боевой молот, огневая задача. У противника бронетехника и пехота. В 100 метрах к юго-западу от нашей позиции. Вас понял. Спускаюсь. Мы прикроем вас до зоны посадки. Вам лучше поспешить. Вас понял, боевой молот. Выдвигаемся. Конец связи. Мы приближаемся к городу по дороге с запада. Подтвердите, что видите нас. Вижу дружественные войска. Внимание, не открывать огонь по целям с маячком. Это союзники. Оператор, подтвердите, что видите городскую церковь. Видим цель. Начинайте отсчет. Вас понял. Мы на месте. По церкви вести огонь запрещается. Не стрелять по церкви. Вижу машину. Она движется. Одна из машин движется. Объекты выходят из церкви. Вооруженные объекты движутся от церкви. Запрашиваю разрешение открыть огонь. Вас понял. Разрешаю открыть огонь по машине и пехоте. Подтверждаю. Внимание. Разрешаю открыть огонь. По зданию церкви не стрелять. Получаю данные о цели.
Даю разрешение открыть огонь по пехоте противника. Огонь! Нейтрализовать их. Вон там. Получаю данные. Может, подстрелишь его? Уничтожить его. А, прямо в цель. Получено разрешение открыть огонь. Вооруженная пехота. Выбегают из церкви. Ты достал его. Вас понял. Вижу объект. Уничтожить его. Ни хрена себе. Вижу еще пехоту. Получаю данные о цели. Надо выделить сигнал. Уничтожить его. Вижу бегущую цель. Нейтрализовать их. Нейтрализовать всех у здания. Получил разрешение открыть огонь. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Восстановление цели. Ух ты! Установить радиус сканирования. Один у той машины. Получено разрешение открыть огонь. Вижу пехоту. Так, он снова пошел. Жизнь поражена! Вас понял. Уничтожить их. Отличные попадания. Вижу целую гору обломков. Пламя говорит B6! Проходим мимо большой церкви и направляемся к шоссе! Огонь не прекращать! Конец связи! Вас понял. Открывайте огонь по всем целям без маячка. Это враги. Бабах! Надо выделить сигнал. Осторожно! Вы чуть не пристрелили... Целую гору обломков. Пламя говорит B6! Проходим мимо большой церкви и направляемся к шоссе! Огонь не прекращать! Конец связи! Вас понял. Открывайте огонь по всем целям без маячка. Это враги. Бабах! Нейтрализовать всех у здания. Противник пересекает поле. Вас понял. Вижу объект. Готово! Уничтожить его. Неплохой выстрел. К ведению огня готов! Вон там. Получаю данные. Нейтрализовать их. Открыть по нему огонь. Получил разрешение открыть огонь. Вижу пехоту. Даю разрешение открыть огонь по пехоте противника. Отличный выстрел. Отличный. Попал! Отличное попадание. Готов открыть огонь! Получил разрешение открыть огонь. Ух ты! Покончить с ними. Вас понял. Вижу объект. Больно, наверное. Отличное попадание. Вижу целую гору обломков. Уничтожить его. Надо выделить сигнал. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Установить радиус сканирования. Приближаемся. Восстановление цели. Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Пламя! Мы пытаемся угнать гражданский транспорт на главной дороге. Прикройте нас! Огонь по машинам на трассе не открывать. Это гражданские. Пехота пытается захватить транспорт. Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Пламя! Мы пытаемся угнать гражданский транспорт на главной дороге. Прикройте нас! Огонь по машинам на трассе не открывать. Это гражданские. Пехота пытается захватить транспорт. Не открывать огонь по машинам до дальнейших распоряжений. Как он, наверное, зол? А неплохая машина. Да он, наверное, обделался от страха. Пламя! Мы помечаем машины! Подтвердите, что видите сигналы! Вас понял, сигналы видим. Внимание всем, не открывать огонь по машинам, отмеченным проблесковыми маяками. Это свои. Будьте начеку. Противник устроил засаду на повороте. Эй, штурман, о каком повороте речь? Прием! Управление огнем.
Видите водонапорную башню? Прием. Оператор, подтвердите, что видите водонапорную башню. Вы имеете в виду водонапорную башню у перекрестка? Вас понял. Цель наша. Рядом с водонапорной башней поворот. Видите? Вас понял. Смотрите дальше по дороге до следующей деревни. Там должна быть еще одна водонапорная башня. У нас некоторые сложности с поиском деревни. Как далеко она находится? Приблизительно... сейчас. Примерно в 2 километрах от шоссе по извилистой дороге. Вас понял. Высаживаемся у деревни. Приготовиться открыть огонь по наземным целям. Вижу силы противника на повороте. Противник готовит засаду на повороте. Их маскируют деревья. Ух ты! Кто-то шмаляет из гранатомета. Вас понял. Всем вперед! Уничтожить все живое в деревне. Там бронемашина. Вон там выезжает из амбара. Подтверждаю. Получено разрешение уничтожить все цели в деревне. Открыть огонь. Пламя, на нас напали! Помощь не помешает! Внимание! Уничтожить источник дымового следа. Очистить дорогу для наших ребят. Вижу объекты на крыше подковообразного здания. Подковообразного? Это здание с плоской крышей. Здание с плоской крышей. Приближаемся. Прямое попадание. Бабах! Да, прямое попадание. Отличный выстрел. Отличный! Установить радиус сканирования. Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Надо выделить сигнал. Восстановление цели. Восстановление цели. Пламя! Приближаемся к зоне посадки на свалке! Покидаем транспорт! Вас понял, В6. Внимание, дружественные войска покидают транспорт и приближаются к зоне посадки. Не открывать огонь по пехотинцам с мигающим маячком. Подтверждаю, внимание на маячки, это свои. Вижу противника на свалке. Внимание всем! Уничтожить противника! Ну, они и разошлись. Неплохой выстрел. Ни хрена себе! Готов! Открыть огонь! Вас понял. Уничтожить их. Вы ведете огонь по своим. Повторяю, вы ведете огонь по своим. Обращайте внимание на ИК-датчики. Отлично, этот готов. Возвращаемся к другим целям. Отлично. Открыть по нему огонь. Отлично, этот готов. Возвращаемся к другим целям. Ни хрена себе. Вижу пехоту. Отлично. Вижу бегущую цель. Получил разрешение открыть огонь. Да, прямое попадание. Один у той машины. Неплохой выстрел. К ведению огня готов! Пламя! Мы у посадочной зоны! Противник окружает! Запрашиваем огневую поддержку вокруг зоны посадки! Враг приближается! Противник окружает зону посадки. Рекомендую зачистить зону 25-м калибром. Готов открыть огонь! Скорректировать угол развертки. Настроить сканирование под углом. Надо выделить сигнал. Один у той машины. Так, он снова пошел. Расправьтесь с ними. Покончить с ними. Ух ты. Получил разрешение открыть огонь. Внимание, к нам приближаются вертолеты. Огонь не открывать. Вас понял. Осторожно! Вы чуть не пристрелили наших парней. Отличная запись полета. Я вас понял.
спасибо, задание выполнено. Вас понял. Возвращаюсь на базу.